президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств. Азербайджан Республикасы президента Ильхам Гейдарович Алиев. Было сделано совместное фото. Открыв заседание Совета глав государств, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал гостей и выступил с речью, коснулся обсуждаемых вопросов, рассказал о задачах, стоящих перед организацией Тюркских государств и перспективах расширения сотрудничества. Затем выступили председатель Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Раджеп Тайеп Эрдоган. На саммите выступил глава нашего государства. Затем выступили президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь Организации Тюркских государств Багдад Амреев и новый генеральный секретарь Организации Кубан Эчпек Омур Алыев. Затем был подписан ряд документов, в том числе итоговая декларация. Затем президент Турции Раджеп Тайеп Эрдоган и председатель Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов были награждены высшим орденом Тюркского мира. Награда Алишера Наваи, который посмертно был удостоен всемирно известный кыргызский писатель Чингиз Айтматов за вклад в единство и развитие тюркского мира, была вручена президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Участвовавшие в 9-м саммите Организации Тюркских государств главы государств и правительств посадили деревья на площади Регистан в Самарканде. Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии посадки деревьев.